Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале «Стройгарант Анапа». С вами я, Александр Аникиенко. Сегодня у нас обзор будет «Звездный 8А», коттедж 65 квадратных метров с перспективой жилой площади на втором этаже. Если поставить лестницу, мы сейчас это все покажем, то у вас будет уже не 65 квадратов, а 110. Цена данного дома с отделкой под ключ, со всеми коммуникациями, с разрешающими документами 4600. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Данная комплектация это базовая. Здесь делаем под машину заезд, щебенкой отсыпаем. По коммуникациям у нас септик индивидуальный, вода центральная, свет 15 киловатт, по газу ведем переговоры, потому что когда мы сдадим полностью эту улицу, скорее всего будем строиться еще дальше. Вот. Дом выполнен в декоративной штукатурке Баумит, пыли, влага, грязи отталкивающая. Вы спрашиваете, какая толщина, стен и так далее, отвечаю. 24 сантиметра идет газоблок, потом идет каменная вата 5 сантиметров и наносится штукатурка. Пыли, влага, грязи отталкивающая и в свойства добавлен лак. То есть он не выгорает, в отличие от короеда. Вот, дорогие друзья, такое приспособление, чтобы открыть чердачное помещение. Тут лестница, вот. И если все-таки второй этаж делать жилой, ставится нормальная лестница из бука, например. Такой дом у нас взял пенсионер в Гастагаевской, и он из него сделал жилую площадь. Смотрится просто реально классно. В данный дом, друзья, с нас осталось повешать радиаторы, с вас повесить люстры, сантехнику, ну и расставить мебель, как вам нравится. И все будет very good. Дом выполнен в светлых тонах. Три зоны теплый пол, это кухня, санузел, прихожая полностью. Также с кухни у нас выход на террасу. Площадь террасы составляет 20 квадратных метров. В общую площадь дома она не включена. Если сделать навес утепленный, застеклить, это еще плюс 20 квадратов. Повторяюсь, цена 4600. Это лучше, чем квартиры. Это высоко ликвидные дома, которые вы можете вложить даже свои деньги, чтобы потом перепродать и так далее. Примерно где-то стоимость вырастет через год, через полтора на 800-1 миллион. Это 100%. Первая спальня. Высота потолков 3 метра. Также здесь все розетки под сплит-систему. Двухкамерные стеклопакеты, то есть три стекла идет для улучшения шумоизоляции. Пойдемте в следующую. Здесь у нас вторая спальня. Площадь примерно одинаковая. То есть это будет такой отличный вариант для 2-3 человек. Тут получается мы в санузле. Как я уже сказал, полностью идет подогрев пола. Принудительная вентиляция. Окно, вся разводка. Под унитаз, под стиральную машинку, под душевую кабину, розетки, плитка вот такая. Отделка, я бы сказал, которая идет в подарок на 4 с плюсом. Потому что на 5, если говорить, то это уже просто супер какие-то дорогие материалы. Вот. А так мы делаем все от поставщиков, на все есть гарантия. Вот. Поэтому вы будете очень довольны и удивлены, когда увидите этот дом вживую. Дорогие друзья, подписчики, покупатели, 70% домов в коттеджном поселке Звездный мы уже продали. Поэтому спешите, успевайте в Анапе, чтобы так вот кто комплексно под ключ коттеджными поселками
нет таких больше застройщиков, только в Гастагаевской, в деревне. Поэтому здесь у нас, как вы видите, земля хорошая. До моря здесь всего лишь 4 километра, это реально можете посмотреть сами. Витязево, вот отсюда 500 метров поворот на Витязево, это самый центральный, можно сказать, лучший пляж в Анапе, песочный, все как вы любите. Поэтому бронируйте, можете дистанционно заключать с нами сделку. Номер вы видите на экране, звоните к нам в офис отдела продаж. Всем удачи, всем пока!